Всем привет, это Андрей, мы продолжаем проходить Elder Scrolls Skyrim. Так, тут мы вроде всех потушили. Так, вроде все спокойненько. В прошлой серии я вроде всех тут ближайших загасил. Так. Ладно. Аккуратненько продвигаемся дальше. Так, там спуск, а здесь что? Ничего. Тупичок. Окейушки. Так, аккуратненько. Не спеша. Спокойно. Не торопимся. Здесь какой-то рычаг. Ладно, вроде все тихо. Так. Так, это меня не видит. И этот меня потерял. Вот и все. Фу, это было неожиданно. Подловили меня. Сукины дети. Ну и чё? У нас же супер скрытность. Стальной кинжал. Нафиг не нужно. Так, зелье лечения. Это хорошо, что у нас в сундучке. Интересно. Окей. Ну что ж, тут вроде все. Давайте потопаем дальше. Thank you.
вроде никого. Что у нас здесь, кроме испорченных книг, черепа, тролля? Ничего. Окей. Тогда двигаем дальше. Найс, найс. Так. Аккуратненько. Скелетик, еще один скелетик. Один скелет. О, нет. Я помню эти три камешка. Это будет не весело. Окей. И как туда попасть? Интересно. На всякий лучший случай проверим, мертв ли ты окончательно или не мертв. Не мертв.
Ну я вообще мастер. Фломастер. Это я сделал зря. Мастер, фломастер. Да. Все заново. Ладно, продолжу запись тогда, когда я вернусь к тому моменту, на котором меня убили. Ну, который, на котором, точнее, я сам себя убил. Чтобы не тратить ваше и свое время. Ну, запись. До встречи.